Мы идем в развлекательный соляной парк под землей. Он уникальный. Там очень холодно. Плюс 10, плюс 12. Вот туннель как раз вниз по ступенькам. Вот, ребята, смотрите, впереди находятся как раз ступеньки, вот эти, как 11, 13-этажный дом. И я по них спускаюсь как раз вниз, в этот развлекательный центр внизу, а потом поднимусь здесь вот как раз по лифту наверх. Решил спуститься вниз пешком, а вверх подняться по лифту. Вот внизу что творится, видите? Вот, ребенок никак не может дождаться, чтобы спуститься вниз на горку, побегать там. Повеселимся сейчас. И тут есть как раз колесо обозрений. Можно на нем тоже прокатиться. Вот, ребята, я спускаюсь каждые какие-то метры все ниже и ниже. И пишет года, как они долбили, спускались ниже. Здесь наверху писало 1875 год, а здесь уже пишет 1915 год. Вот так я по ступенькам таким крутым спускаюсь вниз. Все ниже. Немножко трудновато, потому что у меня на руках ребенок. И мы спускаемся ниже к этим горкам. Вот здесь уже год пишется, видите, 1920 год. Мы как спустились вниз. Спускались мы, вот, видите, впереди ступеньки, как 13-этажный дом. Мы спускаемся вниз потихонечку. Я решил ступеньками спуститься вниз, а на лифте уже подняться наверх. Кто-то уже набегался здесь, насмотрелся. А здесь на лифте можно подняться наверх. Опа! Сейчас вам покажу, по каким ступенькам я спускался вниз. Вон по этим ступенькам. И с самого верха я спустился вниз. Папа чемпион. А мы находимся в Румынии, под землей в соляной пещере. Давайте я вам ее покажу. Пройдемте вместе со мной. Пойдемте. Вот как она выглядит. Здесь можно арендовать лодочку и поплавать по этому озеру. Лодочка стоит 15 лей. Это выходит 3,5 евро. Вот. Ребята, мы находимся в соляной пещере под землей. И катаемся на лодочке. Это лодочная станция. Здесь где-то 13 этажей под землей. Вон оттуда мы спустились с самого верха. Это все из соли. И озеро очень соленое. Вообще очень круто. Это все соль белая. Белая, черная, вот эти все разводы, это все соль. Мы плывем. Мы плывем, плывем, плывем. По озеру соленому. Классно? Да. Это мостик, по которому мы шли. А сейчас мы под ним плаваем. Смотрите, как круто. Видно? Вы катаетесь на ней. Мы катались где-то 20 минут. Натянуты местами сетки, видно, где течет как раз вода соляная, высыхает и получается соль. Пойдемте погуляем. И очень интересно. И тут еще самое интересное. Вот здесь можно встать посерединке и слышно эхо. Эхо! Слышали? Это вот так украшенные деревянные, видите, как ежики. Это беседочка, где можно посидеть. Люди здесь играют нарды. Сейчас вот как раз идут арендовать лодочку, чтобы на ней покататься в округе. Пойдемте. Здесь как раз цены на лодочку. Вот нас было двое взрослых и ребенок. Мы заплатили 15 лей. 20 минут как раз можно кататься, видите? Соль соли. Это все соль.
Вот так люди сидят, отдыхают, дышат, занимаются. Чем дольше здесь посидеть, подышать этим же воздухом, пообщаться, вот играют, видите? Кто-то пишет здесь, я здесь был, Дима. А вот тут такие, как я их называю, ежики, где можно посидеть, тоже подышать. Посмотрим, как раз от них посмотрим мы на этот мостик, по какому я и шел. Это как с какого-то животного рта выходим мы. Стены необычной формы. Представляете, здесь под землей есть интернет. Это все соль. Это шахта раньше была. А сейчас как развлекательный, оздоровительный центр. Я вижу, где меньше света, плохое видео немножко становится. Лёшка, привет! Вот по этим ступенькам вверху, вот видите, я по ним спускался, здесь как 13-этажный дом. Мы находимся в Румынии, в Селеновой пещере. Привет, привет, Лёш. Но я тебя не слышу. О, я тебя сейчас слышу, да. Слышишь? Слышу, конечно. Это вы где сейчас? Мы находимся в соляной пещере. Это Румыния. Мы тебя звали. В соляной пещере? Да, мы тебя звали, ты не хотел с нами. А это вы в Румынии? Да, мы в Румынии, да. Это все соль. Привет, привет. Это под землей. Сейчас идем в развлекательный центр, там где можно поиграть боулинг, можно поиграть бильярд. Есть детские горки, где можно полазить. Да, это под землей. Ну вот, смотри, потолок. А какая температура? Плюс, ну, пишет плюс 10, плюс 12. Это потолок, я вот показываю, видишь? Это находится в Румынии. Да, да, в Румынии. А сейчас лучше? Это местами, Жек. Интернет как? А, я сейчас иду к лифту. Все, здесь пропадет сейчас связь, только наверху можно. Это я вышел с лифта. Здесь находится на этаж выше комплекс, где можно детям поиграться. Оп. Это все здесь из соли. Сейчас вам покажу, где я же я был внизу, возле лодочек. Под ногами соли и немножко скользко. Вот какой внизу комплекс, видите? Сверху, конечно, лучше вид. В
Вот эти из двух воронок вытекает вода. Здесь сувениры продают, можно купить. Здесь лифт еще выше. Это как 13-этажный дом. Продают сувениры. Даже соль можно купить. Пойдемте покажу, что еще здесь есть. Здесь дальше идет все платно, но недорого, доступно, скажем так, от 2 евро до 4 евро. Тут можно поиграть в боулинг, 20 стоит, 20 ихних лей, это 5 евро. 4, 5 евро, да. Но шар соленый, из соли сделан шар. Как шар выглядит? Дети бьются, чтобы быть первой. Бросать шар. Есть площадки для гольфа. А здесь крас. Что почем? Что сколько стоит? И сколько минут? Можно поиграть в бильярд. Это колесо обозрения. На нем можно покататься. Оно движется, но очень медленно. Не быстро. Пойдемте дальше, пройдемся. А тут как раз детская площадка, где можно покататься на горке, на качелях. А тут как раз можно отдохнуть на лавочке, пока ваши дети катаются на горках, на качелях. Ребята, всем хорошего.